36 лет историю подвига в тылу бережно хранит музей трудовой доблести Ульяновского моторного завода. Символично музей начинается с памятника машине ЗИС 5-й серии. Неприхотливую модель грузовичка после переброса большей части предприятий столицы начали собирать на Ульяновской земле и поставлять на фронт. Сюда был эвакуирован именно по той причине, что к этим складам подходили две ветки Кубишской железной дороги. Это облегчало эвакуацию, и можно было прямо из эшелонов вручную затаскивать оборудование. Руководил эвакуацией завода отец действующего конструктора Василий Антонов. Инженер перевез из столицы автоматическую поршневую линию и наладил производство. В короткие сроки для нужд фронта филиал стал выпускать бронебойные авиационные снаряды, ЗИСы и малолитражные двигатели. Именно они впоследствии стали основой для создания самостоятельного Ульяновского моторного завода. Ну а мы – династия. У меня здесь работала мать, работал мой старший брат, работал мой младший брат и работал младшего брата племянник, который был главным механиком. Отец очень рассчитывал, что я на заводе проработаю всю жизнь, продолжу его. В 1954 году была возможность вернуться в Москву. Всех москвичей и инженеров всех собирали назад. ЗИЛ начал разрастаться, вот, и он не поехал, остался здесь. О трудовом подвиге свидетельствуют сотни собранных материалов, фотографий, десятки выпускаемых заводом двигателей. История тяжелейшего тылового подвига, благодаря которому Ульяновск сегодня носит почетное звание города трудовой доблести.